продолжаем нашу передачу «Слово эксперту». Сегодня у нас в гостях эксперт-товаровед автономной некоммерческой организации «Бюро товарных экспертиз» Евтушенко Ирина Геннадьевна. Ирина Геннадьевна, сегодня я вас пригласила для того, чтобы поговорить о таком виде товароведческих экспертиз, как экспертиза меха и меховых изделий. Вот давайте начнем с того, в чем, то есть мех и меховые изделия. Вот в чем разница? А мех – это изначально, соответственно, шкура, мездраз вместе со шкурой, то есть это изначально тот объект, из которого, соответственно, все изделия делаются. Поэтому в любом случае, когда мы проводим исследование мехового изделия, мы должны определить и качество меха, и изделия в целом. А когда проводим исследование меха, то это и существует, опять же, определенные ГОСТы, на соответствие которых мы должны проверить конкретно только мех. То есть изделия это никак не касается. С какими вопросами чаще всего к вам обращаются при заказе данной экспертизы? Значит, опять же, вопросы на исследование, которые ставятся, это соответствие ГОСТу, который у нас, опять же, в Российской Федерации регулирован. То есть у нас есть общий ГОСТ по меховым изделиям и, опять же, по меху. То есть тоже есть некоторая разница. И, опять же, ставится вопрос по поводу дефектов, которые возникают на данном виде изделий и их причин. То есть либо производственные, либо эксплуатационные. А какими объектами для исследования могут быть экспертизы? Например, ну, понятно, шуба, полушубок, манто, все понятно. Еще что-нибудь может быть? Например, какие-то браслеты меховые. Сейчас очень много аксессуаров дорогих, да, дорогих причем, дорогих. И тоже, в принципе, из меха. Это может быть и шапки, и браслеты, и варежки, и какие-то интересные аксессуары, вот не знаю, правильно, в виде бусы. Потому что разнообразие, на самом деле, у нас сейчас огромное. Это может быть и сережки. Опять же, нужно там с комплексное исследование будет, то есть, например, проверить мех. Но достаточно редко бывает, но несмотря на это, эти объекты есть, и они подвергаются исследованию. Каким образом вы, с чего начинается данная экспертиза? Вот с чего? Данный вид исследования начинается с осмотра данного объекта, то есть мы в целом его описываем и говорим, что вот на исследование поступил такой-то объект, и, соответственно, мы должны его полностью описать. А потом уже смотрим по вопросам, которые нам ставятся либо судом, либо заказчиком. Смотрим, то есть, если это соответствие ГОСТу, то мы обязаны этот ГОСТ описать вкратце, и, соответственно, тогда уже проверять по всем критериям, которые в ГОСТе указаны. И, опять же, по дефектам устанавливаем, что дефект этот есть, мы обязательно его приводим в фотографию в своем исследовании или экспертизе, и тогда уже описываем его характер или причину. Скажите, а вот такой вопрос, как, скажем так, натуральность меха. То есть я имею в виду, что не потому, что натуральный это или мех, или это не натуральность, а чей это мех? Мех какого животного? Это к вам? Это самый часто задаваемый вопрос. На самом деле, если исходить из всех ГОСТов, то это не товароведческое исследование, это все-таки биологическое, потому что установить характер ГОРСа могут только биологи. На основании того, что они исследуют его под микроскопом с различными видами увеличения. Если это мех, который часто используют, товароведы все-таки обладают какими-то общими познаниями, мы можем это установить и можем не привлекать, в принципе, биологов. Но если это редкий мех, достаточно дорогой, потому что шубы бывают и под несколько... Как соболь баргузинский. Да, и, к сожалению, тут приходится привлекать биолога, потому что действительно это необходимо. Вы проводите комплексные экспертизы? Да, в рамках вашей деятельности, в рамках вашего ОНО вы можете иметь вот такую возможность. Скажите, пожалуйста, теперь мне такую вещь. Как мы уже говорили, есть эксплуатационный дефект, есть производственный дефект. Эксплуатационные дефекты, в чем они выражаются, как правило? Например, в том, что покупают мех, который не предназначен для длительной носки. Опять же, вот, например, самым простым это мех зайца, он рассчитан на один сезон. К сожалению, когда покупают шубу из меха зайца или шапочку, или те же самые варежки, думают, что вот мы его будем носить 10 лет, и с ним ничего не произойдет. На самом деле нет. Если он рассчитан на один сезон, значит он и затрется, и даже, например, в течение месяца, в зависимости от того, насколько будем долго эксплуатировать, и просто от меха ничего не останется. Собственно говоря. А вот хранение неправильное или еще что-то, и относится ли это тоже к эксплуатационным дефектам, либо к каким образом? Относится к эксплуатационным дефектам, да. Но опять же, по поводу хранения, тут достаточно сложно определить, потому что, опять же, на самом простом примере, например, завелась моль.
моль может завестись и как в результате, например, некачественного меха изначально, то есть еще до самого изделия, потому что личинки могут завестись в мездре, и потом уже при благоприятных условиях они вот начинают увеличиваться, и уже на готовом изделии они, например, могут возникнуть, хотя вроде как не эксплуатационный дефект. А могут, например, возникнуть уже, когда изделие находится в плохих условиях. И опять же, это не всегда видно сразу, может просто идти теплость ворса, то есть ворс выпадает в значительной степени, но вроде как видимых дефектов нет. А потом уже с течением времени появятся и личинки, и это будет видно. Но проверить, к сожалению, как этот мех хранился, мы не можем. Мы не можем зайти в дом, соответственно, к этому заказчику и проверить, насколько там у него все качественно. Но, опять же, факт мы устанавливаем. То есть мы можем сказать, что да, это эксплуатационный дефект, но, опять же, если, например, изначально дефект в мездре, то это иногда, не всегда, к сожалению, это бывает видно. То есть, например, по всей мездре эти видимые дефекты от личинок, от самой моли, они есть. Они, как правило, если это изначально на производстве возникло, то это будет по всей мездре видно. А если это, например, дома, может быть, и в каких-то некоторых частях, где они наиболее подвержены, например, воздействию этой моли. То есть тут, опять же, нужно смотреть всегда от места, от самого изделия зависит. А производственный дефект, какие самые распространенные, с которыми вы встречались? Самые, значит, распространенные – это изначально некачественный мех, то есть выделка его, например, сильно, что касается выделки, значит, если, например, использовали тонкую мездру, то есть, опять же, мех можно снять по-разному, мех вместе с кожей можно снять по-разному от животного, соответственно, если очень тоненькая мездра, то она будет не сама по себе не теплая, она будет достаточно тонкой и легко рваться. И опять же, способы выделки, то есть ее могли пересушить различными средствами, могли, например, в процессе именно производства нанести какой-то компонент, который потом оказывал воздействие, что, опять же, мездра пересушилась. То есть вот эти производственные дефекты изначально относятся к меху, а к самому объекту, из которого делается потом уже изделие. А что касается самого изделия, то ему это может быть и неправильные швы, неправильный пошив, неправильная, например, компоновка различных частей, потому что, опять же, в спинке могут различные, например, длина ворса использоваться, что не соответствует ГОСТу. То есть это уже касается самого изделия в целом. Скажите, вот по поводу выделки и вот всего подобного. Размеры, вот как вы сказали, уже пошив. Пошив. Очень часто приходим в магазин, написано, например, 46-й размер, на самом деле он на 50-й не налазит. С чем это является? Ну, это может быть, как у нас, к сожалению, такое есть понятие маломерка, то есть просто... Вот да, вот маломерка, что это такое? Ну, это соответствие того, что размеры, опять же, в зависимости от производителя. Если это российские размеры, то, как правило, это все сходится. Если это иностранные производители, то у них есть все-таки разница с нашими размерами, их эту разницу нужно учитывать. Потому что вот как раз понятие маломерки и говорит о том, что это все-таки другой производитель. Либо, например, у них лекалы изначально неправильные были. Спорить с этим бесполезно, потому что, ну, вот производители так считают. По поводу разницы в размерах, это может быть действительно производственный дефект, просто вставили не ту часть, не в то место. То есть тогда уже, естественно, будет немножечко сжиматься тот размер, который есть, и уже тогда не будут ходить к заказчику. То есть, может быть, и так будет. Вот скажите, с какими вот самыми интересными такими случаями, скажем так, неправильной эксплуатации вы встречались? Хотела сказать по поводу химчистки, кстати. Да. А по поводу химчистки тоже очень сложный вопрос, потому что, когда сдают в мех химчистку, в данном случае одежду из меха, все думают, что у нас все дефекты сразу исчезнут и все будет замечательно. На самом деле тут тоже очень важно смотреть на ярлычки, которые вставлены в данную одежду, смотреть, какой способ химчистки будет применяться. И в зависимости от того, какой у вас, какого качества мех, насколько долго вы его носили, соответственно, какие способы будут применяться, будет готовый результат. И когда люди приходят с плохим результатом после химчистки, это не всегда говорит о том, что вот химчистка виновата. Но, к сожалению, такой вид исследования по поводу качества производства химчистки проводится не у нас. То есть это необходим товаровед-технолог, потому что он знает технологии химчистки.
Но опять же, это может быть и совместное исследование, то есть если взять технолога и товароведа, технолог приведет свою часть исследования, мы, соответственно, свою. Это вот опять же, это один из видов, так сказать, эксплуатации, то есть одежда уже находилась в эксплуатации, была отдана химчистка, и вот такой результат появился. Вот по поводу эксплуатации, тоже всегда думают, что, например, это часто возникаемый вопрос, женщины носят длинные шубы и ездят в машинах, и все протирает, соответственно, протирает себе локоточки, нижнюю часть спинки. Да, это будет происходить, потому что, ну, сиденья жесткие, плюс еще ворс не всегда идеально подходит для того, чтобы вот эти, в этих местах его использовать. Поэтому, к сожалению, этот дефект есть, он эксплуатационный исключительно. Да, бывает, что просто мездра некачественная, бывает сам пошив не очень хороший, то есть использовали в этом месте неправильные шкурки, то есть не, различные места. Есть различные места в одежде, которые предназначены для определенного вида шкурок. Соответственно, если туда уже менее качественную вставили, то она износится достаточно быстро. Ну вот. Елена Геннадьевна, такие экспертизы проводятся разрушающими методом, либо он, как обычно, как правило, щадящий, не разрушающий? На самом деле, в зависимости от исследования. То есть можем и разрушить, чтобы посмотреть вор, чтобы посмотреть мездру саму. То есть в данном случае разрушающий метод – это мы должны разрушить именно целостность одежды. То есть мы подрезаем подкладку. И, соответственно, выворачиваем мездру. Опять же, мы это должны видеть, потому что как раз по мездре мы видим, насколько качественно изделие пошито, насколько правильные шкурки подобраны. Вот, вот в этом заключается как раз метод разрушения. Потому что по поводу меха, для того, чтобы посмотреть, какой это мех и насколько он качественный, нам не всегда необходимо это разрушение. То есть от зависимости от вопроса? Да, от вопроса, конечно. Скажите, с какими экспертами вы совместно проводите подобные экспертизы? А подобные виды исследований мы проводим с химиками, потому что, опять же, различные аксессуары возникают из меха, поэтому нужно различные виды исследований именно с точки зрения химии проводить. Можем с оценщиками, потому что чаще всего может поступать, например, партии мехов. Нам нужно оценить их стоимость или, например, стоимость ущерба, тогда уже товаровед и оценщик принимают участие. И вот, соответственно, с биологами, чтобы определить, какой мех. Какой мех? Да. Какого животного? Да. Да. Хорошо. Спасибо вам большое, Ирина Геннадьевна. Думаю, вам было интересно, полезно нас сегодня услышать. Будут какие-то вопросы, какие-то недопонимания в нашем сегодняшнем разговоре, звоните. Мы вас для этого проконсультируем, ответим на ваши вопросы и при необходимости поможем провести вам экспертизу либо исследование. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. До свидания.